Я увидел столько людей верующих. Այնքան հավատացյալներ եմ տեսել, которые служат Богу. Որ ծառայում են Աստծուն. Но внутри нет жизни. Բայց ներսում կյանք չունեն. Бог, я не хочу лицемерить. Աստված, ես չեմ կամենում կեղծավորություն անել. Սովորեցրու ինձ ապրել ճշմարտապես. Научи меня жить в твоей жизни. Սովորեցրու ինձ քո կյանքի մեջ ապրել. Где усталость, она не обладает мною. Հոգնածությունը չի տիրապետում իմ վրա. Где томление не имеет места в моей душе. Որտեղ տխրությունը իմ հոգում տեղ չունի. Что значит не хлебом единым будет жить человек? Ինչ է նշանակում ոչ միայն հացով կապրի ամեն մարդ. Что это за жизнь, которую я не вкусил ещё, я за себя говорю. Ինչ կյանքա դա, որ ես դեռ չեմ համտեսել, ես ինձ համար եմ ասում. Дух Святой, с чего мне начинать? Սուրբ Հոգի, ինչից ես սկսեմ? Я бы мог бы такими деталями даже делиться, потому что Айнписи манрукнеров կարող եք իսկվել. Ասացի, չեմ սովորեցնում, կիսվում եմ. Я понял, Бог настолько интересный, у него столько юмора, это просто в отношениях с ним это просто юмор. Ես հասկացա, Աստված այնքան հետաքրքիր, այնքան հումոր ունի, նրա այդ փոխհարաբերություններում ուղղակի այնքան հումոր կա. Когда я с ним начал говорить, научи меня, он сказал, ты не против, если я нарушу твою форму молитвы? Это для кого-то будет звучать странно, но я говорю перед Богом, он видит мое сердце. Я прям вижу, как он с меня смеется. Ты не против, если я нарушу твою форму молитвы? Он мне показал, что мы обожествили молитву, но не поняли, для чего была дана молитва. Нам инцюстовец, вор мэнк аствацацрел энк аготка аранц хасканалու, те инчи хамаратрвац аготка. Посмотрите на меня. Наек инц. Вопрос не в том, сколько ты молишься. Харце нранум че, вор канэс ду аготун. Вопрос, сколько ты знаешь самого Бога. Харце нранум е, вор канэс чаначум Аствун. Я встречал людей, которые много молятся, но не знают Бога. Ес андипел эм марткан, зов шат эн аготун, байц Аствун чан чаначум. Но нельзя знать Бога и мало молиться. Байц чи карели чаначел Аствун, ев кич аготел. Можно много молиться, но не знать Бога. Карели шат аготел, уч чаначел Аствун. Бог дай, Бог помоги, Бог устрой. Тер тур, тер окнир, тер хармарецру. Бог там не открывает свое сердце. Աստված այդտեղ չի բացում իր սիրտը։ Бог открывает сердце, где ты в покое, внимание на самом нём. Աստված բացում է իր սիրտը, երբ դու հանգստի մեջ ես եւ ուշադրությունդ նրա վրա է։ Он знает, что то, что он делится с тобой. Որտեղ որ նա գիտի, թե ինչ որ կիսվում է քեզ հետ։ Он будет производить такую работу, что ты перестанешь видеть себя. Նա այնպեսի աշխատանք կտանի քեզանում, որ դու կդադարես տեսնել քեզ։ Ты начнёшь видеть через себя. Դու քո միջոցով կտեսնես։ От Авраама я точно не скрою то, что хочу сделать. Աբրահամից չեմ ծածկելու, թե ինչ եմ պատրաստվում անել։ Что это за состояние, когда не ты ищешь откровения, а откровение ищет тебя? Էդ ինչ իրավիճակա, որ ոչ թե դու ես հայտնություն փնտրում, այլ հայտնությունն է քեզ փնտրում։ Бог свидетель, я сейчас говорю о своей жизни. Я не ищу откровений, а та ищет мою жизнь. Վկայ Աստված, ես հիմա խոսում եմ իմ կյանքի մասին, ես չեմ փնտրում հայտություններ, նրանք են ինձ փնտրում։ Ты только думаешь, как мне это всё донести иногда в короткий период. Դու ուղղակի մտածում ես, ինչպես կարճ ժամանակահատվածում այդ ամբողջը կարողանամ փոխանցել։ Потому что я однажды обнаружил. Դրա համար մի անգամ հայտաբերեցի։ Почему Бог не смог скрыть от Авраама? Թե ինչու Աստված չկարողացավ ծածկել Աբրահամին։ Потому что Библия говорит, что он заповедал Аврааму передать это всё следующему поколению. Որովհետև Աստվածաշունչը ասում է, նա Աբրահամին պատվիրել էր այդ ամենը փոխանցել հաջորդ ծերունին։ Чтобы Авраам научил дому после себя. Որ Աբրահամը սովորեցնի իրենից հետո։ Ходить путями Божьими. Աստծո ճանապարհների մեջ քայլել։ Я понял, что Бог доверяет тем людям, которые уже себя не видят, но видят, как Бог мыслит и видят через себя. Ես տեսա, որ Աստված վստահում է այն մարդկանց, որոնք իրենց չեն տեսնում, այլ տեսնում են իրենց միջոցով Աստված ինչ է ուզում անել։ Եթե ես ատոն начал мне показывать. Եվ Սուրբ Հոգին սկսեց ինձ ցույց տալ, что есть цель. Որ կա նպատակ։ Библии. Աստվածաշնչի։ Цель молитв. Աղոթքի նպատակ։ Цель времени. Ժամանակի նպատակ։ И вообще в моей жизни всё превратилось в то, что Бог начал давать мне понимание предназначению. Եվ իմ կյանքում ամեն բան վերածվեց նրան, որ Աստված սկսեց ինձ նախասահմանվածի խորհուրդը բացել ինձ համար։ Я буду 3 часа молиться. Ես 3 ժամ կաղոթեմ։ У меня вопрос для чего?
Ես հարցեմ տալիս, ինչու? А потом, когда ты будешь молиться год по три часа, можешь мне прийти и сказать, какого ты Бога познал? Иск это, если ты мег тари ерек жамаготес, карогес галинзасел, инчписи асцу эс ду чаначел? Можешь мне сказать сейчас, что Бог делает в твоей жизни, где ты сам с Богом находишься? Карогес инзасел, хима инча анум астваз кокянкум, ев вортег эс асцу эт, ду хима гатнвум? Потому что отношения измеримы. Воровэтев чапели эн похарабелюционнере. Я могу этим делиться сегодня? Карогем дранув кисвел айсор? Я просто не знаю, сколько у нас времени будет. Уаки чигидем, ничкан жамагак унэк. Я должен быстро проходить, потому что отношения измеримы. Воровэтев похарабелюционнере чапели эн. Верим мы или не верим? Хаватум эк те воч. Но если ты жена 40 лет на одной жене, слава Иисусу. Бадз эте ду 40 тари амуснацац эс миканочет парк Иисусин. Ты можешь отличить отношения с ней, которые были в 20 лет и в 60 лет. Ду карогэс нра эт похарабелюционнере тарберакэл 20 тари арач ев 60 тареканум. И тебе не всегда нужно, чтобы жена говорила, тебе надо, чтобы она тебя посмотрела. Евкез миш чи вор петка кинет инч вор банаси, кез херика вор на наи. Она посмотрела, ты всё понял. На наэс, ду амен инч хаскацар. Я помню, еду после сильного служения. Я сижу, мы говорим, мы уже хцарайцунус эту мехинаев. И я прям чувствую, как Бог надо мной стоит и говорит: ай-яй-яй-яй-яй. Ухаки, сгумен, вор астфас наима инч вас, ай-яй-яй-яй-яй. Что, тебе понравилось служение? Хе, дуру тэкав царайцуне. Но вот в этих моментах ты лицемерил. Кехцаворуцюн Иранум. И ты гордился. Ефа партуцюн. Вонц. А были служения у меня? Иск царауцюннер унецел эм ес. Я хотел по одному, он не по другому, я был расстроен, я еду на машине. У вор ес узумей мидзевов инк уриждзевов эр узуму хима ес гнумэм мекенав. Я реально вижу, как Бог мне говорит сверху. Молодец. Ес реал тесумэм, вонц Аствац инзасум. Кецес. Бог! Аствац! Это был я, ты не поймешь, тебе это не понять, я делал свою работу. Эт есей ду чес аскана, еси маш хатанхнеянум, еси мгортнеянум. Что когда ты долго женат со своей женой, тебе не надо, чтобы она всегда говорила. Если ты что-то неправильно делаешь, она как гранит. Ес аскаца, вор еркар жаманак, ете амуснацац эс коконочет, петк чи вор амен жаманак на инчор бан хоси, хэнц на ец. И ты ищешь дверь. Ев дурнес мангалис. Он меня начал говорить. Нас кстати не засал, асел. Я хочу пойти практически. Иисус мне практикуем гадал. Инчиц аменес свет. Помолиться. Ворписи мен каготенг. Он сказал мне. На асатинц. Я хочу, чтобы ты начал читать букву, пока не провалишься в слово. Иисус мне ворду картас. Хоска мичев ченкам вес нара меч. Я говорю, Бог, с чего мне начинать? Мичев чесуз вес. Я сам ситер инчиц ксем. Он говорит, предоставь свое тело. Асма комар мини инстур. Открой Библию. Бац аствац ашунче. И живи в ней. Ев априр наранум. Объясни мне, Дух Святой. Бацатрин, сурпоки. Он мне начал показывать, в этом и вся проблема твоя. Найн сказать асель, хэнс дыранума кё болор хантире. Ты отделил букву от молитвы. Ду хоска аготкиц таранчателес. Потому у тебя есть форма в букве и форма в молитве. Дыра хамар дзевунес хоски меч, ев дзевунес аготки меч. Но в познании Бога такого термина нет. Мы открыты пойти дальше. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Он мне сказал, ты можешь отделить букву от молитвы, Ասես դու կարող ես խոսքը աղոտքից անջատել. Но ты никогда не сможешь отделить слово от Духа Святого. Բայց դու երբեք չես կարող խոսքը Սուրբ Հոգուց անջատել. Иисус сказал: "Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь". Иисус ասաց խոսքերը, որ ես ձեզ խոսում եմ, հոգի են եւ կյանք. Он мне сказал: "Если ты не поймёшь суть, ты не подберёшь правильные слова, чтобы люди уразумели". Ասաց, եթե դու հասկանաս էությունը, դու չես փնտրի ճիշտ խոսքեր, որպեսզի մարդիկ խելամի Вот почему Иисус говорил с фарисеями, и Он говорит им, вы не понимаете моей речи. Ага, ты инчу фарисецинери эт хосалов, Иисус асмер, дук чек хасканум им хоскере. Они понимали слова. Неранг баррер не ин хасканум. Но не понимали речь. Байц хоска че ин хасканум. Я понял, что не все то, что мы интерпретируем, оно есть суть. Ես հասկացա, որ ոչ բոլոր բաներն են, որ մենք ցուցադրում ենք, դա էությունն է։ Գիտեք ինչպես է հաճախ մեր կյանքերում։ Իսուս ձելով ճուդա։ Իսուսը հրաշքարեց։ И потом они едут на лодке։ Եվ հետո նավակով գնում են։ И говорит: «Берегите закваски в Ирода и фарисейской». Ասում են՝ «Վախեցեք փարիսեցիների եւ հերովդեսականների թթխմորից»։ И Петр говорит: «Дайте я объясню вам, что он имеет в виду». Եվ Պետրոս ասում է՝ «Եկեք բացատրեմ, թե նա ինչի նկատի ունի»։ Мы не взяли хлебов. Հաց չենք վերցրել։
С Иисусом? Иисуси хет? Фома, ты столько со мною и не знаешь меня. Томас, айткан жаманак инц етез ев чичаначецир инц? Ты столько... То айткан. Что можно быть столько с тобой и не знать тебя? Ինչպես կարելի այդքան քոհետ լինել ու չճանաչել քեզ? Берегите закваски фарисейской. Զգուշ մնացեք փարիսեցիների թթվորից. Мы не взяли хлебов. На сумма մենք հաց չվերցրինք. Это значит. Да нашанакум. Что то, что мы читаем? Որ այն ինչ մենք կարդում ենք. Его надо не просто видеть глазами. Այդ պետք է ոչ թե աչքերով տեսնել միայն. Нам нужно провалиться в само слово. Մենք պիտի ընկղմվենք հենց խոսքի մեջ. Слово сама вечная суть природа. Որովհետև խոսքի մեջ է հավիտենական էությունը. Потом Бог мне начал учить, как жить в слове. Հետո Աստված ինձ սկսեց սովորեցնել ինչպես ապրել խոսքի մեջ. Как жить в слове? Ինչպես ապրել խոսքի մեջ. Когда ты помолился и вышел из тайной комнаты, но не молитва не вышла из себя. Երբ դու աղոթելուց հետո դուրս եկար ծածուկ սենյակից, բայց աղոթքը քեզանից դուրս չեկավ։ Ասաց տղաս. Ты думаешь, что ты зашёл в комнату и красиво помолился, я тебя там вижу и слышу? Դու մտածում ես, որ մտար այդ սենյակ եւ գեղեցիկ աղոթեցիր, ես քեզ այնտեղ տեսնում եմ ու լսում եմ։ Я слышу, когда ты вышел из тайной комнаты. Ես լսում եմ, երբ դու դուրս ես գալիս ծածուկ սենյակից։ Да, я вот это вижу. Այո, ես դա եմ տեսնում։ Бог, сколько молиться? Աստված, ինչքան աղոթեմ? 3 ժամ? 5 часов? 5? Он мне сказал: "Ты просто будь со мной". Նա ասաց. Ուղակի ինձ հետ եղիր. Чтобы я всегда был в твоих мыслях. Որ ես միշտ քո մտքերի մեջ լինեմ. Другими словами, молись столько. Այլ խոսքերով այնքան աղոթիր. Пока молитва никогда не выйдет изнутри тебя. Քանի դեռ աղոթքը այլևս երբեք դուրս չգա քեզանից. Молись до тех пор, будь с ним. Այնքան աղոթիր եղիր նրա հետ. Суть не в часах. Իմաստը ժամերի մեջ չէ, այլ ուշադրության մեջ է իմաստը։ Ծարավի մեջ է իմաստը։ Այդ մտնոլորտի մեջ է իմաստը։ Զոհի մեջ է իմաստը։ Ուշադրության մեջ է իմաստը։ Սպասումի մեջ է իմաստը։ Որ ես միշտ քո մտքերում լինեմ։ Որովհետև երբ Աստված քո մտքերում է, Да NPC-ը տպավորությունն է, որ նրա աչքերը քո գլխի մեջ են։ Потому сказал моё слово. Դրա մարդն ասաց իմ խոսքը։ Оно живое. Կենթանի է։ Проницает разделение души и духа. Նա ներթափանցում է մինչև հոգու շնչի բաժանումը։ Հոգու ծուտի բաժան։ Ոսկորերի եւ ծուտի բաժանելը։ Я не верю ни твоего сердца. Եվ նա քո սրտի խորուրդների հետ կարող է գործունենալ։ Потому что всё открыто пред моими глазами. Որովհետև իմ աչքերի առաջ ամեն բան բաց է։ И когда ты ходишь во свете подобно как он во свете. Երբ քայլում ես լույսի մեջ, ինչպես նա լույսի մեջ քայլեց, Бог в твоих мыслях. Երբ Աստված քո մտքերում է, Он видит, как ты с людьми разговариваешь. Տեսնում ա, թե ինչպես ես մարդկանց հետ խոսում. Ինչ? Прежде чем солгать. Մինչև խաբելը, ты должен будешь убежать от его взгляда. Պիտի նրա հայացքից փախչես. Когда он в твоих мыслях? Երբ նա քո մտքերում ա. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты всегда Քայլում եմ ես, հանգստանում եմ ես, դու միշտ ինձ հետ ես. Куда я убегу от тебя, преисподнюю там эти глаза? Ուր կփախչեմ դժողքում ես դու ինձ տեսնում քո աչքերի տեսնում ես. Я туда возьму Иисуса там ты. Երկինք էլ համ բարձրանամ դու այնտեղ ես. Я понял, что Давид ходил в этом состоянии. Հասկացա, որ Դավիթ հենց այդ վիճակում էր քայլում. Поэтому иногда он делал такие вещи, у людей не могли понять, а он никогда перед ними не делал это. Դրա համար երբեմն նա բաներ էր անում, որ մարդիկ չէին հասկանում, չնայած նա երբեք մարդկանց աչքերի Что-то он понял в Боге. Что в конце его жизни сам Бог засвидетельствовал. Но мы сейчас осмотрим уже результат. Բայց մենք նայում ենք արդեն արդյունքին։ Но начало было в Давиде. Բայց սկիզբը Դավթի մեջ։ Մենք տեսնում ենք Գործկառակելուցի 13-ում, որ Աստված վկայեց։ Но во второй главе Деяния 25 стиху Давид сказал. Բայց երկրորդ գլխում это было его решение. Դավիթ ասում է, որ դա իր որոշումն էր։ Я всегда, скажите всегда. Ասացեք ես միշտ։ Ещё раз, я всегда. Норից ես միշտ։ Скажите, чтобы услышали ваши уши. Я всегда. Ասեք, որ ձեր ակաշները լսեն, ես միշտ։ На греческом это всегда.
Хунаренум да мишта. На китайском это всегда. Хинаренум эла мишт. Дождь пошел, а я там нахожусь в этом состоянии. Андреве яка, базесет вичакум эм готовум. Я всегда видел перед собою Господа. Ес мишт и марчев, теснум эй тироча. Теперь это как фраза звучит. Да хэнчума ворпес. Но это не была фраза, это был его образ жизни. Байз да артахайтутюн чер, да нра кянки дзевнер. Это не значит, что он ничего не делал. Чи нишанакум вор на вочиш черан. Это значит, что все, что он делал, оно было от этого состояния. Նշանակում է, որ ամեն բան, ինչ որ ինքը անում էր, այդ իրավիճակից էր բխում. Я всегда видел перед собою Господа. Ես միշտ տեսնում էի իմ առջև Տիրոջը. И вот это состояние сохранило его жизнь, чтобы не поколебалась нога его. Եվ այդ վիճակը պահեց նրա կյանքը, որ նրա ծունկը չծալվի, երբ որ նա գնում էր. Мы не успеем, мы быстро просто что-то пройти. Չենք ասելու, պիտի արագորեն ասենք. Остановите меня, пастор, когда нужно. Կանգնացրեք ինձ, խնդրում եմ, եթե պետք լինի. Правда, вот когда скажете стоп, я остановлюсь. Ասեք վերջ, ես կկանգնեմ ու կաղոթենք. Он начал ломать всю мою форму в отношениях с ним. На амбохчовин котратец им дзевачапи ред похарабирюцюндери. В служении всегда будет форма. Царайության меч միշտ կլնի дзевачап. Но пусть форма не заменит суть. Пастухать дзевачапа эйутюна чпохарини. Когда нужна форма. Ерпка эйутюн, айт жаманака петк дзева. Но когда есть только форма, там нет жизни. Патерп миань дзевна, айн тэх кянг чка. Потому что жизнь в сути. Воровэтэв эйутян меч бнаквэла. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Хоскэре, вор я здесь хосум эм, кянкэн, ев чешмартутюн. Если я буду не просто искать слова, а суть в этих словах. Ете эс воч миань баррэр, воронэм, айлит баррэри эйутюна. То тогда слова, это форма, но эта форма имеет суть. Այդ դեպքում այդ բարերը ուղակի ձև են, բայց այդ ձևը ունի էություն. А в этой сути его жизнь. Իսկ այդ էության մեջ նրա կյանքն է. Я понял, я не просто должен знать тексты писания. Ես հասկացա, որ ոչ թե ուղակի պիտի իմանամ գրվածքի տեքստերը. Я хочу понимать эти тексты писания. Ես ցանկանում եմ հասկանալ այդ գրվածքները. Ощущать их в свою жизнь. Եվ հետո իրականացնել դա իմ կյանքում. Я понял, что вся моя жизнь должна вытекать из этого состояния. Ես հասկացա, որ իմ ողջ կյանքը պիտի դրսևորվի այդ իրավիճակից. И вот как я начал практиковать. Եվ ինչպես ես սկսեցի փորձարարաբարանել իմ աստծո հետ փոխհարաբերություններում. Я открываю Библию. Բացում եմ Աստվածաշունչը. И просто в ней пребываю. Եվ ուղակի նրանում բնակվում եմ. Я просто пребываю. Ես ուղակի մնում եմ նրա մեջ. Я говорю, Дух Святой, без себя я не разберусь. Ասում եմ Սուրբ Հոգի առանց քեզ չեմ հասկանա. Потому что ты дух истины. Որովհետև դու ճշմարտության հոգին ես. Ты дух истины. Ду, чешмартутян, окинес. Ты не дух буквы, ты дух истины. Ду, тари, окин, чес. Ду, чешмартутян, окинес. Помоги мне через букву начать видеть суть. Драгамар, окнир, инц, бари, мичоцов, тесне, меюцюна. И мне он сказал, тогда молись из этого слова. Евин засац, айт депкум агутир, айт хоски имам вра. Поклоняйся из этого слова. Еркер паги, айт хоски имам вра. Соединяйся с этим словом. Ми абамвир, айт хоски хет. Чтобы ты вошел в гармонию. Вор думат нес нердаш на кутям меч. И я понял. Ев хаскаца ес. Что мои отношения с Богом. Вор им похарабирюцюннер астов хет. И все мои молитвы. Ев им вохч агутхнере болор. И все, что я делаю. Ев амэн бан ишвор ес анум эм. Оно должно быть из состояния, когда слово живет во мне. Да пити лини айн иравичакиц, ерп хоска бнаквума им меч. Потом быстро позвольте практически показать шаги. Драгамар има тултвек арак практикорен цуйс тал айт кайлере. Я понимаю, что это не работает, когда человек не возжаждал самого Бога. Ես հասկանում եմ, որ դա չի աշխատում, եթե մարդը ինքը ծարավ չի Աստծուն. Что вся суть моего христианства, то чтобы слово стало плотью. Որ իմ ողջ քրիստոնեական քրիստոնեության էությունը, որ խոսքը դառնա մարմին. Ես становлюсь целостной личностью. Ես դառնում եմ ամբողջական ազնվություն. Եվ չեմ երկաթվում. Между проповедью моей жизни. Քարոզի եւ իմ անձնական կյանքի մեջ. Между кафедрой и моим домом. Բեմի եւ իմ տան մեջ. Одна жена говорит, может, давай жить возле кафедры. А Михин ասում է, լսի, արի բեմի կողքին ապրենք. Там такой классный. Դու այնտեղ այնքան լավն ես. Я говорю, Бог, кто мне поможет так жить? Ասում եմ Աստված, ով ինձ կօգնի այդպես ապրել? Он сказал, в моём слове есть только два помощника. Ասաց իմ խոսքում միայն երկու օգնական կա. И в этом слове помощник Бог поместил всё, чтобы помочь. Եվ այդ օգնական բառի մեջ Աստված դրել է ամեն բան, որպեսզի օգնի. Он сказал, есть твоя жизнь внутренняя, когда тебе никто не поможет, кроме этих двух помощников. Ասաց քո ներքին կյանքը, որ կա, ոչ ոք քեզ այնտեղ չի օգնի, բացի այդ երկու օգնականները. Все эти два помощника не смогут тебе так сделать, чтобы ты наигрывал. Այդ երկու օգնականները երբեք թույլ չեն տա, որ ձևեր թափես. В этом состоянии двух помощников только две личности.
Эти երկու օкнаկանների իրավիճակում երկու անձնավորություն կա. Слышите, братья и сёстры? Լսեք, եղբայրներ եւ քույրեր. Есть помощник тайн твоего сердца. Կա օкнаկան քո սրտի գաղտնիքների համար. Ты можешь надурить людей, но его не сможешь. Դու կարող ես մարդկանց հիմարացնել, բայց նրան չես կարող. В этом состоянии или в этой форме есть Дух Святой. Այդ իրավիճակում Սուրբ Հոգին է. Дух Святой видит тебя изнутри. Սուրբ Հոգին քեզ ներսից է տեսնում. Второе это жена. Երկրորդը կինը տա. Дух Святой тебе не сможет. Կամ ամուսինը տա. Дух Святой не позволит тебе лицемерить внутри. Սուրբ Հոգին թույլ չի տա քեզ կեղծավորություն անել ներսից. Жена не позволит лицемерить тебе в жизни. Իսկ կինը թույլ չի տա կյանքում կեղծավորություն անել. Все остальные ты наиграешь. Մնացածը կարող ես խաղալ. Но если ты начинаешь жить так, что твоя жена слушает твои проповеди и сама растет. Բայց եթե դու սկսում ես այնպես ապրել, որ քո կինը քո քարոզները լսելով ինքնա աճում. Значит, это свидетельство измеримое, что твоя жизнь в доме, она такая, как ты говоришь со сцены. Դա նշանակում է, որ քո կյանքը տան այնպիսին է, որ ինչ Писина вор беми вра. Аллилуйя. Первая жажда. Арачин царава. Жажда не просто молиться, а познавать Бога. Воч те ураги аготел, аль чаначел асцум. Просто отметьте себе, жажда. Начек, царав. Не просто молиться. Воч те ураги аготел. Потому что есть такие формы молитвы, которые придадут тебе самоправедность. Воро вете айнписи аготки дзевер кам, вор кез инкна артарацман каберен. Потому что мы не замечаем, на каком этапе мы начинаем уже гордиться, что мы много молимся. Воро вете менк ченк накатум, те вор этапу менк сксум хпартанал неранов, вор менк шат энк аготу. Но ты не сможешь познавать Бога и гордиться. Байду чес карох чаначел астун ев апартанал. Я это сейчас покажу в текстах. Има текстерум да цвиска там. Пусть кто развернет наше мышление. Тух сур покин ураги похи, вера похи мер мтацелакерпе. Это невозможно. Да, нанара. Потому что Бог гордым противится. Ты можешь молиться и вдруг увидеть, как ты уже возгордился от своих молитв. Значит, суть не в молитве, а суть через молитву. Потому я ставлю цель моей жизни. Я не говорю в служении. Служение это только результат исполнения познания воли Божьей. Я не говорю о служении. Я говорю об отношениях, где никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает, кроме сына. Потому как сын Божий, я ставлю перед собой цель, я хочу знать тебя. И даже когда я говорю, я помолюсь сейчас, я не концентрирую внимание на стрелке, а что мне час дает этот? Потому что когда вся цель это молитва, когда ты говоришь, о, мне надо целый час молиться, но когда твоя цель сам Бог, ты говоришь, вау, у меня есть целый час быть с ним, тогда меняется весь приоритет. Я не хочу, чтобы люди знали, сколько я молюсь. Поэтому я никогда не говорю, сколько я молюсь. Это между мной и Богом, это только инструмент. Я хочу, чтобы люди видели мою жизнь и видели, что я знаю самого Бога. И мне Бог сказал, сынок, не говори о молитве, говори обо мне так, чтобы люди захотели молиться. Я винзу аствацасец вортис, ми хосир агутки масин. Խոսիր իմ մասին այնպես, որ մարդիկ ցանկանան աղոթելից. У меня есть десятки примеров. Ես չեմ պարծենում, որ տասնյակ օրինակներ ունեմ. Я приезжаю на отдых, я сегодня рассказал, приезжаю на отдых, лежу, думаю, я отдохну с женой. Գնում եմ հանգիստ, պարկում եմ, մտածում եմ կնոջս հետ կհանգստանամ. Рядом сидит мужчина и женщина, взрослые уже, они афроамериканцы. Կողքս աֆրոամերիկյան ամուսիններ են արդեն տարիքով. Я только лёг. Հենց պարկել եմ. А мне Бог говорит, знаешь, что он хочет? Он в своей жизни хочет проповедовать. Իսկ Աստված ինձ ասում է, գիտես նա ինչա ուզում, նա ուզում է իր կյանքում քարոզի. Я лёг отдыхать с женой, он мне говорит, вот этот мужчина возле тебя, он хочет проповедовать. Ես հենց պարկել եմ հանգստանամ. Я не знаю, верующий или неверующий. Я не знаю, верующий или неверующий. Я просто поворачиваюсь и говорю, мне Бог сказал, что ты хочешь проповедовать. А он как вскочил, а его жена говорит, я тебе это говорила. Իսկ նա այնպես վերթրավ կին ասում է,
ես քեզ դա ասում եի։ Իոն открывает сумку, достаёт Библию и тетрадку. Նա բացում է պայուսակը, հանում Աստվածաշունչը եւ տետրը։ Я и моя жена, мы доктора в Чикаго, мы докторы, то есть доктора физически. Ասում է ես եւ իմ կինը բժիշկներ ենք Չիկագոից, իրական բժիշկներ։ Ну, всегда хочется проповедовать. Я пишу тексты Писания. Բայց միշտ ցանկանում եմ քարոզել, ես Աստվածաշնչի տեքստեր եմ գրում։ Он говорит: "Кто ты?" Ասում է ով ես դու։ Сын Божий. Աստծո որդի։ Я говорю: "Я пастор". Чем ասում ես ով ես? Я апостол. А Ракелен. Потому что когда с тобой соприкасаются люди, Драмар երբ քո հետ շփվում են մարդիկ, им все равно, ты пастор или апостол. Нրանց միևնույն է, դա ով ի՞վ ես, Ракелен. Они должны соприкоснуться с тем, кто ты есть. Նրանք պիտի առնչվեն նրա հետ, թե ով ես դու. Никто не знает отца, кроме сына, и сына, кроме отца. Ոչ ոք չգիտի հորը, բայց միայն որդին և որդուն, բայց միայն հայրը. Но когда ты в нем, ты можешь проявлять его. Բայց երբ դու նրանում ես, դու կարող ես դրսևորել նրան. Сокращая историю, я просто начал так говорить о Боге, он спрыгивает и говорит: "Я пошёл молиться в комнату". Կարճացնելով պատմությունը, ես նրան ասացի այնպես պատմել, ասում օտին, որ նա վերթրավյասեց, ես գնում եմ աղոթել ցեղակով. Я его не просил идти молиться. Ես նրան չէի խնդրել աղոթել. Я просто рассказывал о том, о ком я знаю, кем дышу и кем живу. Ուղղակի նրան պատմում էին նրա մասին, ում ճանաչում եմ, ումով շնչում եմ եւ ումով ապրում եմ. Я понял. Եվ հանկարծ հասկացա. Я не заставлю людей молиться. Ես չեմ կարող ստիպել մարդկանց աղոթել. Բայց Աստված այնքան մեծ է. Его люди хотят знать. Նրա մարդիկ ցանկանում են իմանալ. Что страсть по Богу начинает хотеть молиться. Որ Աստծո հանդեպ ցանկությունը ուղակի սկսվում է. Я не говорю о служениях, там есть формы молитв. Ես չեմ խոսում ծառայությունների մասին, այնտեղ աղոթքի ձևեր կան, խոսում եմ ճանաչելիության մասին. Ող Աստծո հանդեպ ծարավը ծնունդ տա քո աղոթքներին, այլ ոչ թե աղոթքներում ծնվեն եսասիրությունը. Я просто не то всего объяснить быстро. Չեմ կարող ամբողջը արագ բացատրել. Пусть цель будет сам Бог. Бог, я хочу прям понимать, как этот процесс происходит. Թող նպատակը հենց Աստված լինի Տեր, ես ուզում եմ հասկանալ, դա ինչպես է տեղի ունենում. Первое это жажда. Առաջինը ծարավն է. Второе это атмосфера. Երկրորդը մթնոլորտն է. Дайте быстро объясню что-то. Թույլ տվեք արագ բացատրել ինչ որ բան. Есть возможность объяснить, да? Կա այդ հնարավորությունը. Почему Бог побудил меня вставать ночью? Ինչու Աստված ինձ դրդեց գիշեր արթնանալ? Я сейчас не говорю всем надо вставать ночью, я хочу показать суть. Чем узум բոլորին ասել որ հիմա գիշերները պիտի արթնանանք, ուզում եմ էությունը ցույց տամ. Բայց մենք суть найдём форму. Եթե հասկանանք էությունը, կգտնենք ձևը. Он мне сказал: "Посмотри, чем отличались эти 30 минут". Ասաց, տես ինչով են տարբերվում այդ 30 րոպեները. Первое это жажда. Առաջինը դա ծարավն է. Моя жажда была сильнее, чем слова. Իմ ծարավը ուժեղ էր ավելի քան խոսքերը։ Поэтому меня раздражали тексты Писания, когда Иисус говорит: "Не многословьте". Դրամարինս молитвах. Ինձ տեքստերը գրվածքների մի քիչ նյարդային ասում էին, որտեղ Հիսուս ասում է, աղոթքերի մեջ շատ է խոսում, մի եղեք. Чтобы люди впечатлялись вашим красноречием, как вы молитесь. Որ մարդիկ չտպավորվեն ձեր այդ լեզվով, թե ինչպես եք դուք աղոթում։ Не, я понимаю, что когда ты с Богом, ты будешь молиться, и это здорово. Я просто хочу, чтобы внимания не было там. Իհարկե, հասկանում եմ, որ երբ որ դու Աստծո հետ ես, դու կաղոթես եւ մարդիկ կտպավորվեն, բայց ուզում եմ, որ քո ուշադրությունը այդ տեղ չլինի. Я понял, что в молитве может быть внимание быть или на Боге, или на людях. Որովհետեւ ես հասկացա, որ աղոթքի մեջ ուշադրությունը կարող է լինել կամ աղոթքի Աստծո վրա, կամ մարդկանց վրա. Люди впечатляются, как ты молишься. Մարդիկ տպավորվում են ինչպես ես դու աղոթում։ А Бог может быть впечатлён только когда видит, почему ты молишься. Իսկ Աստված կարող է տպավորվել միայն այն դեպքում, երբ տեսնում է, թե դու ինչի համար ես աղոթում։ Одним словом, он начал мне показать, почему эта атмосфера нужна. Նա ինձ սկսեց ցույց տալ, թե ինչու է կարևոր այդ մթնոլորտը։ И вдруг я увидел. Եվ հանկարծ ես տեսա. Что-то очень важный вопрос на всех уровнях. Որ դա բոլոր հարթություններում անչափ կարևոր հարց է։ Хотим мы понимать или нет, но чтобы была целостность, нам нужна гармония духа, души и тела. Հասկանում եք, ուզում ենք դա հասկանալ, թե ոչ, բայց մենք պետք է ամբողջական ամբողջականություն լինի, որ լինի ներդաշնակություն, շնչի հոգու եւ մարմնի։ Я не буду разговаривать языком религиозным, я хочу говорить языком познания. Ես կրոնական լեզվով չեմ խոսի, այլ ճանաչելիության լեզվով խոսեմ։ Дело в том, что когда я поднимался ночью. Բանը նրանում է, որ երբ ես գիշերը արթնանում էի, я на подсознании понимал, что я сейчас никуда не спешу. Ենթագիտակցական մակարդակով հասկանում եմ, որ որևէ տեղ չեմ շտապում։ Я понимал, что сейчас вся атмосфера находится в состоянии покоя. Ես հասկանում եմ, որ ողջ մթնոլորտը գտնվում է հանդարտ հանգստության վիճակում։ Я заметил, что когда я утром поднимаюсь, и нет ничего плохого, когда я утром встаю
и именно пребывать. Я утром молюсь, но я сейчас говорю время с Богом. Ես առավոտել եմ աղաթում եւ դրանում մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ ես առավոտեի արթնանում Աստծո հետ Աստուն աղոթելու, ես առավոտներն եմ աղոթում։ Мне не хватит времени, чтобы все детали объяснять, потому что я хочу саму суть. Չի հերիքի ամբողջ մանրուկները բացատրելու, դրա համար ուզում եմ էությունը։ Но когда я хочу время с ним, Պատերբ նրա հետ ժամանակ եմ ցանկանում։ Я понял, что нужна атмосфера, которая не будет отвлекать мои чувства. Ես հասկացա, որ պետք է մի մտնոլորտ, որը չի շեղի իմ զգացմունքները։ Что в Библии Бог сначала создавал атмосферу, а потом помещал всё. Որ Աստծո խոսքի մեջ Աստված սկզբում այդ մտնոլորտն էր ստեղծում, հետո դնում էր նրանում մնացածը։ Прежде чем он создал рыбу, он создал воду. Մինչ ձկանը ստեղծելը նա ջրի մեջ էր ստեղծում։ Եվ ձկանը դրեց ջրի մեջ։ Прежде чем он создал птиц, он создал воздух. Մինչ թռչուններին ստեղծելը նա օդը ստեղծեց։ И поместил птиц в воздух. Եվ թռչուններին դրեց այնտեղ։ Прежде чем он создал человека, он создал Эдем, присутствие своё и поместил его в Эдем. Մինչև մարդուն արարելը նա ստեղծեց Եդեմական պարտեզը եւ մարդուն դրեց այդ պարտեզի մեջ։ Իհարկե, ես Богом атмосфера играет колоссальную роль. Աստծո ճանաչելիության եւ նրա հետ քայլելու մեջ ճանաչելիությունը մեջ։ Я увидел, что когда я утром проводить вот такое время. Ես հասկացա, որ երբ առավոտ փորձում եմ այդպեսի ժամանակ ունենալ, я или нет, на подсознание мои мысли тянули меня дальше. Узумеи ես դա թե ոչ, իմ յենթագիտակցության մեջ իմ մտքերը քաշում էին ուրիշտեղ. Я не мог держать внимание на Боге, потому что я сползал в работу. Չէի կարող իմ ուշադրությունը Աստծո վրա պահել, որովհետև սողում էի դեպի աշխատանքը. Я не мог держать на Боге, потому что я понимал, дети встали. Չէի կարող Աստծո վրա ուշադրությունը սպայել, որովհետև հասկանում էի երեխաները արթնացել են. Я вспоминал планы и всё остальное. Հիշում էի ծրագրերը եւ մնացած բոլոր բաները. Вдруг я увидел, что есть обстоятельства, которые стягивают твоё внимание. Հանկարծ տեսա, որ կան իրավիճակներ, որոնք քաշում են քո ուշադրությունը իրենց վրա. Тогда зачем ночью? Այդ դեպքում ինչու գիշերը? Ты будешь всегда спать. Ты միշտ անքնություն ես ունենալու. А кто даёт силы? Իսկ ով է զորություն տվողը? Ով է այդ քունը տվողը? Да, это будет жертва. Айо да зоге лидер. Но Библия говорит, те, которые с ним обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Բայց Աստվածաշունչը ասում է, որ նրանք, որ նրանում են, կգնան եւ չեն հոգնի, կվազեն եւ չեն վաստակի, կթրջեն եւ չեն հոգնի. Я понял, можно много спать и быть усталым. Հասկացա, որ կարելի է շատ քնել եւ հոգնած լինել. Но можно быть в нём и ходить в силе. Բայց կարելի է նրանում լինել եւ ուժեղ լինել. Я не говорю, ты что, что ты не будешь спать. Я не ты будешь в покое. Я чем асум, որ հիմա դու չես քնելու, ես ասում եմ, որ դու դաս силу сна. Հանգստի մեջ կլինես եւ այդ հանգիստը քեզ կտա ուժ. Я гибает силу во сне. Բայց հոգսերը ուղակի քաշում են այդ զորությունը քնի մեջ։ Ты вроде спал, но встал в переживаниях. Իբր քնել էիր, բայց արթնանում ես։ Ты вроде спал, но встал в суетах. Դու իբր քնել էիր, բայց արթնացար ունայնության եւ հոգսերի մեջ։ Но есть покой внутри тебя. Բայց կա քո ներսում հանգիստ։ Когда ты спал, а этот покой дал силу тебе во сне. Երբ դու քնել ես, բայց այդ հանգիստը քեզ քնիտ մեջ զորություն ա տվել։ Ты поднялся. Եվ վեր կացար։ И сам в шоке, откуда у тебя такие силы? Եվ ինքդ ցնցված ես, որտեղից քեզ այդպիսի ուժը։ Я не хвалюсь, но я сплю по 5 часов. Գլուխ չեմ գովում, բայց ես 5 ժամ եմ քնում։ Люди говорят, сколько у тебя? Почему ты постоянно вот такой? Ас мен ինչու ես դու մշտապես այդպես։ Я говорю, вот таким меня Бог создал, и такому даёт силу и энергию. Я хочу быть сам с собою. Ասում եմ ինձ այդպես Աստված արարել եւ ինձ միշտ տալիս է ուժ եւ զորություն, եւ ես ուզում եմ ինքս ես լինել։ Я понял, что есть атмосфера. Ես հասկացա, որ կա մտնոլորտ, который не будет воровать в тебе эмоциональные силы и стягивать твои мысли. Որը քո էմոցիոնալ ուժերը չի գողանա քեզանից եւ քո մտքերը չի տանի։ Поэтому там была жертва. Դրա համար այնտեղ զոհ կար։ Но когда я вставал. Բայց երբ ես արթնանում էի։ Я просто был с ним. Ես ուղակի նրա հետ էի։ Он мне показал. Նա ինձ ցույց էր տալիս։ Жертва не может двигаться. Զոհը չի կարող շարժվել։ Бог говорит, я не разговариваю с теми, которые постоянно где-то носятся. Ես Աստված ասես չեմ խոսում նրանց հետ, որ անընդհատ ինչ-որտեղ են վազում. Теперь есть большая разница, когда тебе Бог говорит что-то сделать и когда он открывает самого себя. Հիմա կա մեծ տարբերություն, երբ քեզ Աստված ասում է ինչ-որ բան արա, եւ երբ ինքը քեզ բացում է իրեն. Да-да-да, есть разница, когда тебе Бог сказал иди сделай это или когда Бог открывает себя тебе. Այո, կա տարբերություն, երբ Աստված քեզ ասում է գնա ինչ բան արա, կամ երբ Աստված իրեն բացում է քեզ. За то, что я не смогу говорить всё, я не трогаю другую
часть. Դրա համար, որովհետև ամբողջը չեմ կարող ասել, չեմ կպնում ուրիշ մասին. Я говорю не о воле, а о познании самого Бога. Չեմ խոսում կամքի, այլ Աստծո ճանաչելության մասին. Я понял, чтобы Богу открывать себя, ему нужно, чтобы жертва не шевелилась. Ես հասկացա, որ Աստծուն, որպեսզի քեզ բացես, Աստված քեզ բացի, պետքա որ զոհը չշարժվի. Вы заметили, что когда мы молимся, мы постоянно ходим? Նկատել եք, թե մենք ոնց ենք աղոթում անդադ գնալ գալու? Вопрос: это плохо? Это хорошо. Հարց, վատա՞ դա, չէ՞ դա լավա։ Это хорошо. Да лава. Но когда ты захочешь идти дальше в познании? Падзете ճանաչելության մեջ ուզում ես առաջ գնալ։ Можешь начать исхождение. Դու կարող ես քայլերից սկսել։ Но прийти в состояние, когда ты остановишься. Արի վիճակի, երբ դու կան կառնես։ И поместишь себя в позицию предстать перед его лицом. Եվ կդնես քեզ իր վիճակի մեջ նրա երեսի առջև կանգնելու։ Եթե будешь учиться останавливать время. Որտեղ կսովորես կանգնեցնել ժամանակը։ Останавливать мысли. Կանգնեցնել մտքերը։ Останавливать эмоции. Կանգնեցնել զգացմունքներդ։ Останавливать переживания. Քո վերապրումներդ կանգնեցնել։ Останавливать своё тело. Քո մարմինը կանգնեցնել։ И учиться входить в его покой. Եվ սովորել մտնել նրա հանգստի մեջ։ Я говорю своим мыслям. Որտեղ ես խոսում եմ իմ մտքերին։ Ты не будешь переживать, как это будет. Դու չես մտահոգվելու, թե դա ինչպես ալինելու։ Ты будешь держать и принять все свои мысли в послушание завершённой работы Иисуса Христа на кресте. Դու քո բոլոր մտքերը գերության կվերցնես եւ կհնազանդես Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա կատարած աշխատանքին։ Я понял, чтобы поместить себя перед Богом. Հասկացա, որ Աստծո առջև Нужна жажда самого Бога. Нужна атмосфера, которая не будет стягивать твои мысли. И это очень важно. Как можно начать молиться с музыкой? Как можно начать молиться на языках? И молиться ради познания, чтобы войти в его покой, закрыть уста, чтобы он мог общаться с тобой. Եվ աղոթել, որպեսզի մտնես նրա ճանաչելության հանգստի հետ եւ փակես շուրթերդ, որ նա կարողանա քեզ հետ շփվել. Я просто начинал молиться, потому что хочу. Ես սկսեցի աղոթել, որովհետեւ ցանկանում եմ. А потом входил в состояние, когда я без него уже не мог. Հետո մտնում եմ վիճակի մեջ, որ առանց նրա էլ չեմ կարող. Я понял, что это должно привести меня в позицию. Եվ ես հասկացա, որ դա պիտի ինձ պիտի բերի այն դիրքի մեջ. Между мной и им больше не должны быть голоса. Որ իմ ու նրա միջև պիտի այլևս ձայներ չլինեն. Адам, где ты? Адам, որտեղ ես? Кто тебе сказал? Ով քեզ ասաց? Кто залез между мной и тобою? Ով իմ եւ քո արանքը մտավ? Я понял, что я должен учиться входить в это состояние. Ես հասկացա, որ պետք է սովորեմ մտնել այդ վիճակի մեջ. И это не внимание, как я с ним построю, а я учусь помещать себя. Եվ դա ուշադրությունը չի, թե ինչպես ես կկարոցեմ, այլ ես սովորում եմ ինչպես ինձ դնել այդ վիճակի մեջ։ Состояние, чтобы он мог охватить всю мою жизнь. Դնել այն վիճակի մեջ, որ նա կարողանա վերցնել ին ողջ կյանքը։ Мне не хватит времени рассказать всё. Չի հերիքելու ժամանակ ամբողջը պատմելու։ Но я могу свидетельствовать. Բայց կարող եմ վկայել, что ты можешь войти в состояние, որ կարող ես մտնել այդ վիճակի մեջ, когда ты потерял реальность физического. Որ դու ֆիզիկական իրականությունը կորցնում ես։ Где стрелка часов не определяет больше. Երբ ժամի սլաքը այլևս ոչինչ չի որոշում։ Где мысли не могут тебя стянуть. Որտեղ մտքերը քեզ չեն կարող քաշելու տանել։ Где чувства подчиняются этой позиции. Որտեղ զգացմունքները ենթարկվում են այդ դիրքին։ Где внимание должно быть не на мне. Որտեղ ուշադրությունը չպիտի լինի իմ վրա։ Где внимание только кто он. Որտեղ ուշադրությունը միայն թե ով է նա։ Не все песни — это песни поклонения. Ոչ բոլոր երգերն երկրպագության երգեր. Есть песни вдохновения. Կան ոգեշնչման երգեր. Есть песни благодарения. Կան գոհության երգեր. Есть песни прославления. Կան փառաբանության երգեր. Но как только касаемся поклонения. Բայց հենց կպնում ենք երկրպագությանը. Там внимание не на тебе. Այնտեղ ուշադրությունը քո վրա չի. И даже не то, что ты можешь в нём. Եվ ոչ թե դու ինչ կարող ես նրանում. А то, кто он. Այլ թե ով է նա. И только тогда ты в нём. Եվ միայն այդ ժամանակ ես դու նրանում։ Не в том, что я могу в нём. Ոչ թե թե ինչ կարող եմ ես նրանում։ А то, кто он и кто я в нём. Այլ թե ով է նա եւ ով եմ ես նրանում։ Ուշադրությունը նրա վրա է։ И последующее. Եվ հաջորդիվ։ Я увидел, что в этом состоянии покой. Ես տեսա, որ այս հանգստի վիճակում Бог заинтересован во мне намного больше, чем я в нём. Աստված հետաքրքրված է
инзанум авели шат, он мне сказал, это не ты меня возлюбил. Это я тебя возлюбил. В этой позиции ты сможешь понять, как я тебя люблю. Ай дыркум дука хасканас ворканем ескес сирум. И только от моей любви ты сможешь меня полюбить. Ев миайн им сируц дука каруанас инц сирер. Он говорит, по-другому ты наигрываешь любовь ко мне. Аль керб ду хагум эс айт сери им хандеп. Ты не можешь ду чес каруг меня любить. Инц сирел. Если в начале это сказбум. Не позволишь мне любить тебя. Тульча тас вор ескес сирем. Но если ты поместишь, чтобы я тебя любил. Бад ете днес вор ескес сирем. Тогда во мне ты увидишь себя. Айджам инзанум дука теснес кес. И ты не только меня полюбишь, но и себя полюбишь. Ев воч мя айн инц ксирес, айл инкат кез эль ксирес. А когда себя полюбишь, людей полюбишь. Изгерб кес ксирес, марткан цель ксирес. Ты не любишь людей, потому что любишь Бога. Ду чес сирум марткандз воров это вас сирум. Ты можешь любить людей, когда полюбил себя. Ду ксксес сирел марткандз ес ерп сирум эскес. Возлюби Господа всем сердцем и ближнего, как самого себя. Сирил ко тер Асцун, ко вош тртов, ев ынкерочет ко анзи пес. Обиженный не может любить. Виравурвате чи карох сирел. Завидующий не может любить. Наханзе чи карох сирел. Другого. Уришин. В депрессии ты не можешь любить другого. Депрессиям чес карох уришин сирел. В отверженности ты не можешь любить другого. Мержватуциам меш чес карох уришин сирел. Но когда ты видишь, как он тебя любит. Падзерп теснум эс инчпес ана кес сирум. Инчпес ана кес теснум. И кто ты в нем. Ев овес ду неранум. И ты можешь в любви к нему начать правильно видеть себя. Ев ко сиро меч арраствац карох эс чшмарит керпов теснел кес. Только тогда по-настоящему мы любим друг друга. Միայն այդ ժամանակ ճշմարտապես մենք սիրում ենք իրարու։ Настоящая дружба, когда на платформе свободы, но независимости друг от друга. Եվ իրական ընկերությունը դա ուրեմն ազատության հարթության մեջ է, ոչ թե կախվածության իրարից։ Я увидел, что в этом состоянии. Ես տեսա, որ այդ իրավիճակում ты ожидаешь самого Бога. Ту спасум ес анзам пасцум. И вот это отношение с Богом. Եվ այս հարաբերությունը Աստծո հետ. Начинает менять наше представление о нём. Սկսում է փոխել մեր պատկերացումը նրա մասին։ Դու Բոժուն не изучишь. Ту Աստծո սերը չես սովորի. Չես բացատրի Աստծո սերը. Ты его любовь можешь только пережить. Դու նրա սերը կարող ես միայն վերապրել. Ты не сможешь о ней говорить. Չես կարող նրա մասին խոսել. Ты сможешь её пережить. Դու կարող ես վերապրել նրան. Когда ты её переживаешь, ты способен её проявить. Իսկ երբ նրան վերապրում ես, դու կարող ես նրան դրսևորել. Люди не хотят слышать о любви. Մարդիկ չեն ուզում սիրո մասին լսել. Люди ждут проявления самой любви. Նրանք սպասում են իրական սիրո դրսևորմանը. Люди не хотят слышать о Боге. Մարդիկ չեն ցանկանում լսել Աստծո մասին. Бога через нашу жизнь. Նրանք ցանկանում են տեսնել Աստծուն մեր կյանքերի մեջ. Я понял, это отношение изменяет моё ожидание. Ես հասկացա, որ այդ փոխհարաբերությունը փոխում է իմ սպասումները. Я реально перестаю ожидать плохое, антихристов и всё остальное. Ես իրականում դադարում եմ վատ բաների սпасել հակաքրիստոս եւ նմանատիպ բաների. Библия говорит о Давиде. Աստվածաշունչը խոսում է Դավիթի մասին. Я просыпаюсь. Ես արթնանում եմ. И ты в моих мыслях. Եվ դու իմ մտքերում ես. Я не могу уснуть, потому что думаю о тебе. Чем կարող քնել, որովհետեւ քո մասին եմ մտածում. Я не могу уснуть, потому что размышляю о тебе на ложе. Чем կարողանում քնել, որովհետև անկողնուս մեջ մտքերս քեզ հետ են. И я просыпаюсь. Եվ արթնանում եմ. И ты на моих устах. Դու իմ շուրթերին ես. Я должен завершить это. Ես պիտի ավարտեմ սա. Позвольте мне прочитать один текст и потом объяснить быстро его и помолимся. Կարդալ մի տեքստ եւ հետո բացատրելու առաջ կարող ենք. Մի քանի մինուտ. Կարող ենք եւս մի քանի րոպե. Я не пришёл здесь нарушать ничего. Чем եկել էստեղ որևէ բան խառնելու? Я верю. Խաթարելու ես հավատում եմ, что здесь есть много искренних людей. Որ այստեղ կան շատ ազնիվ անկեղծ մարդիկ, которые просто хотят идти дальше. Որոնք ցանկանում են գնալ առաջ. Бог. Աստված. Я не хочу служить тебе. Ես չեմ ուզում ծառայել քեզ. Помогать тебе. Окнель кес. Я хочу научиться жить так, чтобы ты через меня служил. Узумем соворел апрел айнпес вор ду им мичоцов цараес. Тогда я смогу во всём угождать тебе. Айт ժամանակ կկարողանամ ամեն բաներում հաճեցնել քեզ. И поступать достойно Бога. Եվ արժանաբար վարվել. Откройте со мной второе послание к Тимофею 3 главу. Երկրորդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխը բացեք միասին.
хочу быстро-быстро это показать. Ուզում եմ շատ արագորեն սա ցույց տալ. То, что однажды перевернуло мою жизнь. Այնինչ մի անգամ. 2 Тимофея 3 глава с 1 стиха. Երկրորդ Թիմոթեոս 3-րդ գլուխ առաջին խոսքից. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Սագիտացիր, որ հետի օրերում չար ժամանակներ կգան. Смотрите внимательно, что говорит Павел. Ուշադիր, տեսեք ինչ է ասում Պողոսը. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Իմացիր, որ վերջի օրերում չար ժամանակներ կգան. Это не пророческое слово. Սա մարգարեական խոսք չէ. Это пророческий способность видеть. Սա մարգարեական տեսնելու ունակություն է. Потому что когда пророческое слово. Որովհետև երբ մարգարեական խոսք է. Ты его не можешь изменить. Դու նրան չես կարող փոխել. Но когда пророчески видишь. Բայց երբ մարգարեաբար տեսնում ես. Это значит то, что ты видишь, это не значит, что это воля Божья. Դա նշանակում է, որ այն ինչ որ դու տեսնում ես, դա դեռ չի նշանակում, որ Աստծո կամքն է. Это значит, что если мы обратим внимание, можно что-то изменить. Դա նշանակում է, որ եթե դրան ուշադրություն դարձնենք, հնարավոր կլինի ինչ որ բան փոխել. Потерпите внимательно, мы сейчас что-то увидим. Մի փոքր համբերեք, հիմա ինչ որ բան կտեսնենք. Потому что дальше он даёт объяснение, почему станут времена тяжкие. Որովհետև հետո նա տալիս է բացատրություն, թե ինչի չար ժամանակներ կգան. Այո. Люди часто говорят такое тяжёлое время. Իմ մարդիկ հաճախ ասում են այնպիսի դժվար ժամանակներ. Я спрашиваю, а что в воздухе какое-то одеяло над тобою лягло? Ասում ես ինչա, մտնոլորտում ինչ որ մի հատ տենց ծածկոցակ ով վրա անկել. Дайте мне объяснение. Ինձ բացատրություն տվեք. Не знаю, у меня в жизни как-то так. Չգիտեմ, իմ կյանքում այդպես է, չեմ կարող ասել։ Ուզում եմ էությունը հասկանալ։ Времена будут тяжкие. Объясни мне почему. Ահա, ժամանակները չար կլինեն, բացատրի ինչու։ Որովհետև Աստուքը խոսն է այդպես։ Давайте посмотрим в Библии, почему времена тяжкие. Իսկ եկեք նայենք ինչու կլինեն չար ժամանակները։ А что если почему можно изменить и изменить время можно? Իսկ ինչ եթե կարելի է այդ ինչու փոխել եւ փոխել այդ ժամանակները։ Իսկ ինչ եթե մենք ամեն ինչ որ տեսնում ենք դա Աստուքը կամքը չէ։ Апостол Павел видит, чтобы мы начали что-то делать и изменили эту ситуацию. Այլ ասված, մեզ տալիս է դա տեսնել, որ մենք սկսենք դա փոխել այդ իրավիճակը, որ люди могли увидеть волю Божью. Որ մարդիկ կարողանան տեսնել Աստծո կամքը, мы должны его познавать, а чтобы познавать, нужно разобраться с этим видимым веком. Բայց որպեսզի ճանաչենք, չպիտի այս աշխարհի հետ միաբան լինենք. Одни говорят: время тяжкое. Մեկ ոմանք ասում են դժվար ժամանակներ ա։ Другие говорят: вот почему время тяжкое. Ուրիշները ասում են: ահա թե ինչու է դժվար ժամանակներ։ А третьи говорят: давайте изменим это, чтобы время было другое. Իսկ երրորդները ասում են: եկեք փոխենք, որ ժամանակը ուրիշը դառնա։ Я хочу показать, что вся суть. Ուզում եմ ցույց տալ, որ ողջ էությունը Иисус говорит в Луки 6:46. Եվ Ղուկա 6:46-ում էլ Иисус ասում ա. Когда мы говорим, а как мы вырастаем? Որ մենք ասում ենք եւ ինչպես ենք մենք աճում։ Что вы говорите: Господи, Господи, а не делаете то, что я говорю вам? Ինչու եք ինձ ասում Տեր-Տեր, բայց չեք անում այն ամեն ինչ, որ ես ձեզ ասում եմ։ Значит, можно говорить: Господи, Господи, но он не твой Господь. Ուրեմն կարելի ասել Տեր-Տեր, բայց նա քո Տերը չէ։ Он твой Спаситель. Նա քո Փրկիչն է։ Он твой Целитель. Քո Բժիշկն է։ Он твой Освободитель. Քո Ազատագրողն է։ Но не Господь. Բայց Տերը չի։ Потому что когда он твой Спаситель, ты имеешь его. Որովհետև երբ նա քո Փրկիչն է, դու նրան ունես։ Но когда он твой Господь, он уже имеет тебя. Բայց երբ նա քո Տերն է, նա քեզ ունի։ Когда он имеет тебя, это не ты говоришь ему, что делать, а он говорит тебе, что делать. Իսկ երբ նա քեզ ունի, այդ դու չես նրան ասում ինչ անել, այլ նա քեզ ասում ինչ անես. Если он говорит тебе что-то делать, но ты не делаешь, ты отрезаешь себя от его господства. Եվ երբ նա քեզ ասում ինչ որ բան անել եւ դու դա չես անում, դու քեզ կտրում ես նրա տիրապետությունից. Но когда ты делаешь то, что он тебе сказал, тогда он проявляет своё господство. Բայց երբ դու անում ես այն ինչ որ նա քեզ ասավ, դու դրսևորում ես նրա տիրապետությունը։ И когда он проявляет себя как Господь, и ты познаёшь его как Господь. Եվ երբ նա դրսևորում է իրան որպես Տեր, եւ դու ճանաչում ես նրան որպես Տեր, тогда восполняются нужды. Այդ ժամանակ լրացվում են կարիքները. Господь пастор мой, я ни в чём не буду нуждаться. Տերն իմ հովիվ է, ես ոչ մի բանի կարոտություն չեմ ունենա. Это он водит меня к потокам. Նկատեք, Աստվածաշունչ ասում է, որ դա նա է ինձ տանում. Это он направляет меня. Չերի մոտ, նա է ինձ ուղղորդում. И всё это он делает не ради тебя, а ради себя, потому что он Господь. Եվ դա անում ана ոչ թե քո համար, այլ իր համար, որովհետև նա Տերն է. Потому что когда он Господь, որովհետև երբ նա Տեր է, и ты его познаёшь как Господа. Եվ դու նրան ճանաչում ես որպես Տիրոջ. Теперь ты олицетворяешь то, кто он есть. Դու դրսևորում ես հիմա թե ով է նա. И когда ты олицетворяешь его господство, он теперь делает это ради себя. Եվ երբ դու դրսևորում ես նրա տիրապետությունը, նա այդ ամենը անում է իր համար. Это очень важно понимать. Սա անչափ կարևոր է հասկանալ. Это меняет вообще образ жизни. Սա փոխում է կյանքի ձևը. И дальше Иисус даёт формулу и говорит: Եվ Հիսուսը այնուհետև տալիս է Всякий приходящий ко мне. Ֆորմուլա եւ ասում է բոլոր ինձ մոտ եկողները. Вот это мы называем молитва. Այս ամենը անվանում ենք աղոթք. Но он видит её дальше. Բայց նա տեսնում է դրանից ավելի. Всякий приходящий ко мне. Ամեն ինձ մոտ եկողը.
Не уйди оттуда, пока не услышал, что я говорю. Не приходи ко мне, чтобы просто я успокоил. В молитве пойти дальше, чтобы ты вошел в покой. Մի արի մոտ միայն նրա համար, որ ես քեզ հանգստացնեմ աղոթքի մեջ, որ դու մտնես հանգստության մեջ եւ հետո գնաս։ Я видел, что многие люди приходят на молитву, чтобы успокоиться. Տեսնեմ, որ շատ մարդիկ գալիս են աղոթքի, որ հանգստանան։ Давайте пойдём дальше в жизни, чтобы жить в покое. Եկեք ավելին գնանք կյանքում, որ հանգստի մեջ բնակվենք։ Библия живущий под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоится. Աստվածաշունչը ասում է, որ բարձրալի շուքի տակ հանգստացողը ծածկոցի տակ ամենակարողի ծածկոցի տակ է բնակվում. Когда ты знаешь, что ты защищён, твоё внимание больше не на страхе. Երբ դու գիտես, որ դու պաշտպանված ես, քո ուշադրությունը այլևս վախերի վրա չէ. Всякий приходящий ко мне. Ամեն ինձ մոտ եկողը. Иди дальше, слушающий слова мои. Слушающий слова мои. Եվ իմ խոսքերը լսողը. Значит, цель не просто помолиться, а в молитве он. Ուրեմն նպատակը ոչ թե աղոթելն է, այլ աղոթքի մեջ նա. В молитве его слышать. Աղոթքի մեջ նրան լսել. Если цель в молитве слышать Бога, значит нужно молиться так, чтобы перестать молиться. Եթե աղոթքի մեջ նպատակը նրան լսելն է, ուրեմն այնպես պետք է աղոթել, որ դադարես աղոթել. Андрей, как слышать голос Божий? Андрей, ինչպես լսել Աստծո ձայնը? Я возле тебя стою, я не могу стоять, ты так тарабанишь. Ты можешь успокоиться вообще хотя бы чуть-чуть? Եղբայրս, себя, чтобы услышать его. Ես քո կողքին կանգնացեմ, դու այնքան արագ-արագ խոսում ես, կարող ես մի փոքր քեզ հանգստացնել, որ կարողանաս լսել նրա ձայնը։ Եկա դամը, մենք должны прийти и так молиться, чтобы всё шаталось. Аллилуйя. Այո, երբ մենք բարեխոսում ենք, մենք պիտի կանգ ունենց աղոթենք, որ ամեն բան շարժվի։ Аллилуйя. Но не отношения. Բայց դա ծառայության եւ ոչ թե փոխհարաբերության հարց է։ Я многие люди знают на сцене как просто резкого парня. И շատ մարդիկ գիտեն բեմի վրա ինչպես կտրուկ տղայի։ Но в моей тайной комнате вы даже не увидите, что я буду там шевелиться. Батим цацук сенякум дук анкам чек тесни, вор ес шаржвум. Потому что я понимаю, как начинает потом это проявляться. Воровете вес хасканум эм ичпес ата сксум хето. Всякий приходящий ко мне. Амен инз мод екога. Не уходи. Мигна. Иди дальше. Гна рач. Начни слышать. Скси лесей. А когда услышал? Իս գերբ լսեցիր։ Не рассказывай, что ты услышал, пойди исполни это. Մի պատմի ինչ ես դու լսել գնա եւ արա դա։ Мне Бог сказал. Ինձ Աստված ասաց։ Если тебе Бог сказал, дай мне увидеть то, что тебе Бог сказал. Եթե Աստված քեզ ասել, а թույլ տուր տեսնեմ, ինչ ա քեզ Աստված ասել։ Если я не вижу, может не спеши говорить, что Бог сказал. Իսկ եթե չեմ տեսնում, միգուցե չշտապես ասելու թե ինչ ա տերը քեզ ասել։ Но когда я увидел то, что тебе Бог сказал. Բայց երբ ես տեսա թե ինչ ա քեզ Աստված ասել, тогда я сам заинтересуюсь. Այդ ժամանակ ես ինքս կհետաքրքրվեմ։ Он это тебе сказал. Ինչպես նա դա քեզ ասաց։ Потому всякий приходящий к нему и слушающий слова мои. Դրա համար ամեն նրա մոտ եկողը եւ նրա խոսքերը լսողը։ Но это не определяет, что он твой Господь. Բայց դա չի որոշում, որ նա քո Տերն է։ Ты можешь молиться, это не значит, что он твой Господь. Դու կարող ես աղոթել, եւ դա չի նշանակում, որ նա քո Տերն է։ Ты можешь слышать голос Божий, но это не значит, что он твой Господь. Կարող ես լսել Աստծո ձայնը, բայց դա չի նշանակում, որ նա քո Տերն է։ Она встретилась со мной и достала мне папку пророческих вещей, которые с 95-го года. Միքին հանդիպեց ինձ եւ վերցրեց մի տրցակ մարգարեական բաների 95 թվականից գրված։ Я рассказала всё, что Бог говорил. Я весь потом ամեն ինչ որ Աստված ասել է. Я говорю: "Дорогая женщина, ты не задумывалась, для чего это Бог говорил?" Танкагинкин երբևէ մտածել ես, ինչու է Աստված այդ բաները քեզ ասել? Бог не сказал нам коллекционировать пророчества. Աստված երբեք չի ասել հավաքելու մարգարեությունները. Библия говорит: "Воюй согласно этих пророчеств." Աստված ասում է պատերազմիր այդ մարգարեությունների համեմատ. Против того, что видят твои глаза. Գնա նրա դեմ ինչ տեսնում են քո աչքերը. Он сказал исполняющий. На сац իրականացնողը. Потому что когда я исполняю. Որովհետև երբ ես իրականացնում եմ. Я умираю для себя. Ես մահանում եմ ինձ համար. Я перехожу на территорию его господства. Ես անցնում եմ նրա տիրապետության. Я сотни примеров рассказать, как это работает. Հարյուրավոր օրինակներ ունեմ պատմելու ինչպես это աշխատում. Но я понял, моя суть это не молитва. Բայց ես հասկացա իմ էությունը աղոթքը չէ։ Моя суть жить так с Богом, чтобы я исполнил все хотения его на этой земле. Իմ էությունը դա ապրել այնպես, որ ես իրականացնեմ բոլոր նրա ցանկությունները այս երկրի վրա։ Նա իմ սրտի համեմատ է։ Потому что всё, что он слышит от меня, он это делает на земле. Որովհետև նա ինչ որ ինձանից լսում է, նա դա իրականացնում է երկրի վրա։ Եվ երբ ես իրականացնում եմ, я начинаю его познавать. Ես սկսում եմ նրան ճանաչել։ Потому он сказал: "Вот такой человек я скажу вам, кому подобен". Դրա համար նա ասաց. Ես ձեզ կասեմ, թե ում է նման այդպիսի մարդը. Подобен тому, который копал.
На нымане меким вор порец. Скажи, время начать копать. Жаманак не асак порелу. Бог, я не хочу поверхностного христианства. Аствадзе, шем узум макерецаин христонеутюн. Бог, я хочу копать в слове. Ес узум эм порел хоски меч. Я хочу проваливаться туда. Ес узум эм нгнел айттех. Он сказал, он копал. Асум анак порец. Сколько копать? Инчкан порел. Начни углубляться. Скси хоранал. Он копал. На порец. Углубился. Хорацав. И дошел до самого основания. Ев хасав химкин. Основание. Химка. Это то, как Бог вначале замыслил о тебе. Да ная, ты инчпес сказбум аствац. Ворошец мткеру нерку амар. Это вернуться. Люди говорят, о, откровение, откровение. Откровение это не что-то новое. Лесек Марткасмен, хайтуцюн, хайтуцюн, лесек хайтуцюн, норман чей. Откровение – это настоящее, оригинальное. Хайтуцюн, да иракан, оригинально. Это вернуться в обновление разума в то, как Бог это видел. Да верадарнал, мтки норокутям, инчпес эр, да аствас теснум. И знаете, что дальше говорит Библия? Евгидек инча асум, хэто аствас ашумче. Каминере, кпчен. Пойдут обстоятельства. Каган, иравичакнере. Начнутся происходить вещи вокруг. Терикуненан банер, кошурже. Но что-то за жизнь. Бацесинчкянка. Что ничто не может поколебать это основание. Вор вочми бан чи карох сасанел айт химке. Что оно не реагирует на то, что происходит. Вор на чи арзаганкум айн амени ниш теги а уненум. Я не говорю, что то, что происходит, не трогает нас. Чем асум вор инч вор теги а уненум чи капнум мес. Я говорю, то, что происходит, не определяет твою веру. Асум вор инч вор теги а уненум чи вор шум коховатка. Я хочу закончить этим текстом. Узумем айс текстов авартел. Знаешь же, что в последнее время наступят времена тяжкие. Գիտեցիր, որ վերջին օրերում չար ժամանակներ կգան. Почему? Ինչու? Потому что люди будут самолюбивы. Որովհետև մարդիկ կլինեն ինքնասեր. Откуда? Որտեղից? Забрали взгляд от Бога. Պոկեցին հայացքը Աստծուց. Нет времени. Ժամանակ չկա. Они видят себя. Իրենց են տեսնում. Внимание больше не на Боге. Ուշադրությունն այլևս Աստծո վրա չէ. Внимание на себе. Ուշադրությունը. Можно на клавиши? Кез врай. Кто-то тихонько может выйти? Если есть, я не знаю, или возможно. Или тихонько включить. Вот. Это не принципиально. Да, сказбунка инче. Музыка, она не помогает. Երաշտությունը չի օգնում. Но музыка может активизировать. Կարող է ինչ-որ բան ակտիվացնել. Ибо люди будут самолюбивы. Որովհետև մարդիկ կլինեն ինքնասեր։ Только потом серебролюбивы. Եվ հետո միայն արծաթասեր։ Люди говорят, он любит деньги, нет, он любит себя. Մարդիկ ասում են, օ՜, նա փողն է սիրում, ոչ, նա իրեն է սիրում։ Поэтому он любит деньги. Դրա համար է փող սիրում։ Люди будут самолюбивы. Ինքնասեր կլինեն մարդիկ։ А из этого вытекает серебролюбивы. Եվ դրանից է հետևում արծաթասիրությունը։ А из серебролюбивы гордый. Իսկ արծաթասիրությունից հետևում է հպարտությունը կամ ամբարտավանությունը։ А что если? Искинчете. Бог больше всего обращает на то внимание, что мы стали учиться прикрывать. Աստված ամենաշատ ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքին, որ մենք սովորել ենք ծածկել. А что если? Искинчете. Бог обращает внимание на то, что мы научились оправдывать. Աստված ուշադրություն է դարձնում նրան, ինչը մենք սովորել ենք արդարացնել. Почему? Ինչու? Семи, что ненавидит Бог? Первое, глаза гордые. И ничего, эти 7 баннериц, вор Аствац атуме арачине хпарт очкерне, амбартаван. Значит, у гордости есть взгляд или глаза. Уремен хпартуцюну уни очкер, кам хаяцк. Гордость видит Бога неправильно. Хпарте, хпартуцюна теснум Аствац. Бога видит, гордость видит тебя неправильно. Кез в чищ чи теснум. И гордость видит людей неправильно. Ев хпартуцюна мартканц чищ чи теснум. И часто люди говорят, о, я под атаками, я под атаками, я под атаками, дьявол воюет, дьявол атаки, 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 атаки. Ев хачах мартик асмует, о, я с харцакман такем, харцакман такем, харцакман такем, сатанан харцаквела. Мы должны перестать концентрироваться на атаках и начали концентрироваться на славе и познавать, кто есть Бог, и начать вот туда внимание держать. Իսկինչ եթե Աստված ուղարկել ասելու որ դադարես ուշադրությունդ կենտրոնացնել այդ հարցակումների վրա, այլ կենտրոնացես ուշադրությունդ Աստծո վրա, նրա զորության վրա, եւ այդ դադարը դա մայս Վոյնհար Անդրեյ, я в поездке, я не знаю, что происходит с моими детьми. Շատ անգամներ քինը զանգում էր, երբ ես ճամփորդական մեջ էի, ասում էր Անդրեյ, չգիտեմ երեխաների հետ ինչ հատեր ունենում աղոթի։ Ես դնում էի, նստում էի, я говорю, сатана, ты не дождёшься моего внимания. Նստում էի բազմոցին եւ ասում եմ սատանա դու իմ ուշադրությանը չես արժանանա։ Спасибо тебе. Հայր, շնորհակալ եմ քեզ։ Որ իմ տունը Աստծո всемогущего։
пашбанутян така. Я не буду возвеличивать сатану. Есть сатана и чем барцрацнелю. Он не достоин моего внимания. На ему шадрутян аржани че. Я буду внимание смотреть и видеть Бога. Ему шадрутян астовреалинелю. И на что я навожу фокус, то и возвеличивается в моей жизни. Еви чивреэскен трунанумем даэль барцранумем кянку. Самая лучшая война против сатаны – это хвала, которая говорит о величии Бога. Лавагуйм патеразма сатана идем, да еркер пагутюн на ворхосума астометутян масин. Но твое поклонение равно откровение о том, кто Бог. Батько еркер пагутюна хавасаразура айн айтутяна, те ова аствац. А что, если это вообще в твоей жизни не сатана, а сам Бог? Иски инч, ете айт амене кокянкум сатанан чи, айл хэнц астватца. Что ты говоришь, Андрей? Инч эс асум, Андрей. А что ты, это не сатана с тобой воюет, а сам Бог с тобой воюет? Иски инч, ете да сатанан кэс эт чим артэнчум анцэц, хэнц астватца. Ишпэц карух эс, айчпэц косэн. Шат парс. А что, если ты даже не знал, что в твоей жизни гордость, но именно против этого сейчас сражается Бог, чтобы показать, что внутри тебя? Искинь, если ты анкам чигитаир, вор кокянкум хапартутюнка, евец дрядем пайкарума мартанчума аствац, вор кесцуйста ты инчка конерсу. Бог гордым противится. Аствац хапартнерин хакаракакенум. Поэтому я не хочу жить такую христианскую жизнь, которая в молитвах мое эго возвеличила. Я не хочу молиться, чтобы чувствовать себя праведным. Я хочу видеть себя праведным, поэтому молиться. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Мартик Калинен Икнасер, Артатасер, Амбартаван, надменный, апарт, злоречивый, хай-хойох, родителям непокорный, ценогнерин антеназан, неблагодарный, аперахт, нечестивый, ансурп, недружелюбный, ангут, непримирительный, анхашт, клеветники, пансарку, клеветники, пансарку, клеветники, пансарку. Да, Андрей, у нас такого нет в христианстве. Андрей, Христо, не у тебя меча псибанчка. В Царстве Божьем нет, а в христианстве у нас есть такое. Астарка, у тебя мечка, без Христо, не у тебя мечка. Клеветники, пансарку. Клеветник, пансарку, невоздержанный, анжушка, жестокий, дажан, не любящий добра, амбаресер, предатели, матнич, наглый, хандуга, напыщенный, горос, более сластолюбивый, авели цанкасер, нежели боголюбивый, канте аствацасер. Все начинается самолюбивый. Амен инч сксума, потому что перестали боголюбивы. Որով ու դաթարում են աստվածասեր լինել։ Եվ գիտեք ռեզուլտատը ինչ происходит։ Եվ գիտեք արդյունքը ինչա տեղի ունենում։ Имеющие вид. Որ աստվածապաշտության կերպարանք, благочестие. Որ աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, но силы его. Բայց նրա զորությունը отрекшись. Ուրացած են։ Андрей, как это? Андрей, ինչպես է դա? Как это? Ինչպես է դա? Всё очень просто. Շատ պարզ է ամեն ինչ։ Его сила в его природе. Нера зорутюне, нера эютюнуме. Надо не силу искать. Вожте пити уже вороненк. Надо искать его, чтобы соединяться с ним и становиться одно с ним. Петке нерам воронел, вор миабанвел нера хет ев дарнал мек амбохчутюн нера. Потому что его сила в его природе. Воровете в нера уже нера эютян мече. Через тебя проявляется сила не потому, что ты много молишься. Ко Միջոցով դրսևորվում է զրույցում, ոչ թե որ դու շատ ես աղոթում. Ты стал соединяться с ним и он стал трансформировать твою жизнь. Այլ որովհետև դու սկսեցիր նրա հետ միավորվել եւ նա սկսեց քո կյանքում փոխել. Теперь через тебя именно его природа проявляется. Ու հիմա քո միջոցով հենց նրա բնությունն է դրսևորվում. Люди искали прикоснуться к Иисусу, потому что от него исходила сила. Մարդիկ ցանկանում էին Հիսուսին հպվել, որովհետև նրանից զորություն էր դուրս գալիս։ У меня вопрос, когда касается меня, люди, что из меня исходит? Հարց, երբ մարդիկ ինձ հպվում են, ինձանից ինչ է դուրս գալիս։ Я заканчиваю. Ես ավարտում եմ։ Знаете, это текст врагам бы нашим. Գիտեք, այս տեքստը կարելի էր մեր թշնամիներին տալ։ Ոբ врагам этот текст. Ах, ես մեր թշնամիներին տրվեր։ Какие там ужасные вещи написаны. Айнписи сарсапели банер айнтех гырват. Но там написаны все вещи, которые не извне, а изнутри. Բայց այնտեղ գրված են բաներ, որ դրսից չեն, այլ ներսից են։ Այսի изнутри мы можем это прикрыть. Իսկ եթե ներսից են, մենք դա կարող ենք փակել։ Я понял всё, что мы прикрываем, Бог не помазует.
Если я реально хочу Бога, значит, я должен быть открытым лицом. Бог, я гордец, прости меня. Я даже не оправдываюсь. Я вижу в своей жизни гордость, но это не моя жизнь. Я не хочу так жить. Бог, я вижу, что я наглый. Я вижу это в себе. Я не хочу оправдываться. Я хочу быть открытым лицом. Я не могу себя изменить. Молитвы меня не меняют. Ты можешь поменять меня, поэтому я молюсь. Ты можешь изменить меня, поэтому я молюсь. Бог, я не хочу наигрывать. Я не хочу иметь вид, но суть потерять вообще всего. Нет. Все то, что перечислил Павел, Айн болор банере, вор тваркец Богосе, стала причиной, почему сила не может проявиться. А что, если это вообще не сатана? А что, если мы не захотели после креста позволить ему изменить всю нашу жизнь в его образ? А что, если до креста о спасении, а после креста все о преображении? А что, если преображение втянет меня в его жизнь? И однажды мне Дух Святой сказал, теперь я хочу, чтобы ты посмотрел снизу вверх. Не смотри сейчас сверху вниз, как ты читал. Потому что ты начинал читать от причины. Я не хочу сейчас потерять никого. Услышьте внимательно. Ты начинал читать от тяжких времен. А начни теперь читать от силы. Если вид благочестия и силы его отрекшись, Եթե նրա զորությունից ուրացած ես եւ ունես աստվածապաշտության կերպարանք, что вид на стороне, когда мы отделённы. На инцуствует, որ այդ կերպարանքը մի կողմում է, երբ մենք անջատված ենք. Но сила на стороне, для чего он отделил нас? Իսկ զորությունը այն կողմում է, թե ինչի համար նա մեզ անջատել. Поэтому он не просто вытащил нас из мира. Դրաման նա ուղակի մեզ չվերցրեց աշխարհից. Он отделил нас для самого себя. Նա մեզ անջատեց իր համար. Значит, мне не просто важно отделиться от мира. Դրաման ինձ կարևոր չի միայն աշխարհից անջատվել. Когда меня вывел оттуда, освободил. Երբ նա ինձ հանեց այնտեղից եւ ազատեց. На площадке свободы я поворачиваюсь к Господу. Այդ ազատության հարթակի վրա ես թեքվում եմ դեպի Տերը. Я живу, чтобы посвящать себя ему. Ու հիմա ես ապրում եմ, որ ինձ ընծայեմ նրան. Я не живу, чтобы сражаться против мира. Чем апрум, вор ашхари хет мартончем. Я сражаюсь, чтобы быть с ним. Ես մարտնչում եմ, որ նրա հետ լինեմ. Против всей системы. Ողջ սիստեմի դեմ. Я просто хочу быть посвящён Богу. Ես ուղղակի ուզում եմ ընծայված լինել Աստծուն. Я хочу быть в таком состоянии. Ուզում եմ այնպիսի վիճակում լինել. Когда Библия говорит сын. Երբ Աստուծո հասկանում է, որ ты, որ ты. Ничего не можешь делать сам от себя. Չի կարող ոչինչ իրենից անել. Потому что он не себя видит. Որովհետև նա իրեն չի տեսնում. Он видит отца. Տեսնում է հորը. Он видит отца. Տեսնում է հորը. Его внимание на нём. Նրա ուշադրությունը հոր վրա է. Поэтому он показывает ему всё. Պատճառով այդ հայրը ցույց է տալիս նրան ամեն բաները. Никто не знает сына, кроме отца. Ոչ ոք չգիտի որդուն, բայց միայն հայրը. Ես հասկացա, որ զորությունը не посвящение служению, а посвящение самому Богу. Որ զորությունը ոչ թե ծառայությանը նվիրման կողմում, այլ Աստծո նվիրման կողմում. Ուրեմն моего посвящения самому Богу. Եվ իմ Աստուն ընծայման աստիճանը. Это и есть смысл моей близости с ним. Դա նրա հետ իմ մտերմության իմաստն է. Что это не в форме, а в сути. Որ դա ձևի մեջ չէ, այլ էության. Я хочу, чтобы Бог сказал, этому скажу, не услышит, этому скажу, не услышит. Но ему скажу, он в 3 часа ночи встанет и пойдет исполнять, потому что видит меня. Ես ուզում եմ, որ Աստվածածի սրան ասեմ, չի լսելու, նրան ասեմ, չի լսելու, բայց այս մեկին, որ ասեմ, գիշերը շամը 3-ին, վեր կգնա եւ կգնա անելու, նա ինչ որ իրեն ասում եմ. Если мы хотим силы, кто из нас хочет силу? Եթե
зорутюн енк узум, ова узум зорутюн. Это нормально. Кто из нас хочет силу Бога? Ова асто зорутюн узум. Силу Божью. Асто зорутюн. Сила Божья. Асто зорутюн. Она не в твоей молитве. Такого вот кимешче. Сила Божья. Асто зорутюн. Она не сколько ты читаешь Библию. Та нераме шиш канес карту мастохоска. Сила Божья. Асто зорутюн. Это почему ты молишься? Да инчу эс зорутюн. Сила Божья. Асто зорутюн. Это почему ты читаешь Библию? Ты инчу эс ду карту мхоска. Сила Божья. Асто зорутюн. Его природе. Нера эютям мече. И соединяющийся с Господом. Ева сто хет миа бамвога. Становится одно с ним. Даруме мег нера хет. И тогда из тебя исходит сила. Ева джамана кезани зорутюн. И эта сила. Ева зорутюн. Может восполнять нужды людей. Каруге марткан скариктере лерацне. И изменить тяжелое время. Ев похел дожвар джаманактере. Мне сказал, прочитай снизу вверх. Если ты захочешь мои силы, ты захочешь преображение. Если ты захочешь преображение, ты захочешь молиться. Если ты захочешь молиться, ты захочешь самого меня. Если ты захочешь меня, твоя жажда будет сильнее, чем усталость. Твоя жажда будет сильнее, чем мнение людей. Твоя жажда может повести тебя глубже и сделать твою жизнь непоколебимой. Если ты хочешь твои силы, тогда первое, начни искать внимание мое. Им ушадрюцюна сксир воронер. Потому что начинается этот текст, что люди самолюбивы. Сксума из текста вором артикинг на сэрэн. Поэтому не боголюбивы. Тэрэ хамар воч аствац асэрэн. Но если я хочу силы, бадзете зорюцюна музум. Я захочу преображения. Ес кузэм попохуцюн. Там только один путь. Ми чанапарка похакерпан. Открытым лицом. Бадзересов. Без оправданий. Аранц артарацман. Взирать на него. На эллэран. На его славу. Нэра паркин. И сказать, вот это я хочу в своей жизни. Возель, ес да цанкаруме мим. И когда слово становится плотью, мы видим славу, которая обитает в нашей судьбе. Я хочу вот эту славу в своей жизни. Его слава в его природе. Нера парка, нера бнутям мече. Его природа выражается в действии. Нера эютюна дарсеворвума горцогутям мече. Если я хочу действия, я не ищу действия, я ищу природу. Ете горцогутюн эм цанканум, ес горцогутюн чем воронум, ес воронум эм эютюна. Когда я в его природе, я не наигрываю действия. Ет нера бнутям мечем, ес цевер чем тапум. Это сопровождает тебя. Да ураки угэкцумакес. Если я хочу силы, ете зорутюн эм узум. Я хочу преображения. Узум эм похакерпум. Если я хочу преображения, ете похакерпум эм узум. Я искрен пред Богом. Я открываю лицо. Я не хочу наигрывать. Я хочу начать взирать на него. Сколько это делать? Начни делать, пока вдруг в себе не начнешь видеть, что начало проявляться через себя. Люди говорят, почему я начал искать Бога, еще сильнее стал злым. Асмаин черпес кстати воронел астун авели шар шар дарца. У тебя два выбора. Ярку чана парун эс. Продолжай искать Бога, и это выйдет из себя. Пентрел астун евда кезанис дурс кега. А если ты остановишься? Паде те кангарнес. Это останется внутри тебя. Камена комеч. То, что начало проявляться через себя, это хорошо. Эльворс кзела дарце ворвел комичотов лава. Значит, начал преображаться. Скселес похакерпел. Если вдруг начало все в тебе вылазить. Етес кзела кезанис эт амене дурс кан. Это свидетельство, что началось работать. Работа настоящая Духа Святого в твоем доме, в твоей жизни. Վկայությունը, որ սկսել է իրական աշխատանք, ճշմարիտ սուրբ հոգու, քո տան մեջ եւ քո կյանքում. Пока серьезно не был с Богом, все нормально было. Քանի դեռ Աստծո հետ լրջորեն չէի մտածել. Это было страшно, это был вид, это не суш. Դա սարսափելի էր, դա ուղակի պատկերն էր, բայց այությունը չէ. Ուզում ես այությունը. Но они делают вид, что живы, но внутри мертвы. Асма ծևեն տվել, որ կենթանի են, բայց ներսում. Значит, я потеряю свое имя, чтобы его имя открылось через мою жизнь. Вот Андрей Шаповал, ты помазанник, ты не можешь так говорить о себе? О, Андрей Шаповал, ты отялась, ты честь коровать? Мне все равно, я хочу суть. Бог, я гордец, я лгал, я просто был наглым, прости меня. Инц ми евнуйна, если утюн не музум, тер, если партем, если ампартаванем, сателем, не ринц. Я
хочу, чтобы люди видели настоящее. Я не хочу наигрывать помазанника. Я хочу быть сыном Божьим. Я хочу, чтобы люди видели настоящее. Я не хочу наигрывать помазанника. Я хочу быть сыном Божьим. Но чтобы творить служение, нужна харизма. Нужно искусство. Харизма. Нужна способность. Но чтобы творить волю, надо, чтобы Дух Господа был на тебе. Петка волю Астого Кинко Вералини. Бог помазал тебя. Аствац оцеля кес. Послал тебя исцелять сокрушенных сердцем. Угаркеля сортов котервастери брашкелу. Пленным освобождение. Карозелю геринерин азатутюн. Узникам открытой черниц. Сев азатутюн капиалерин. А когда освободил. Искерп азатетис. Начни искорчевать все, что не Богом насажено внутри. Скси арматахил анел аменич вон Астоц дервашико меч. Поэтому следующий текст идет такой. Трамар хаджор текст, когда мы отписи. Сетующим на Сионе. Сиони масина. Это же по другую сторону креста. Да, хачимиус когмума. Что им место пепла дастся украшение. Вор мохри похарен, неран цартаран катарвелу. Скажите со мной место. Похарен, а место, это значит, что Бог начнет вытягивать из себя то, что не им насажено, и насаждать то, что им насажено. Данышанакума вор Аствац кзелюя комечиц анел айн болор банере, вор инка читанкел, вор писи танки айн, вор инш вор инкна узум комечтанкел. Нужно не освобождение, а после освобождения нужна трансформация петка, изнутри. Петка воште азатагрум, айла затагрумиц это петка вера похум нерциц. Вместо плача или радости. Лати похарен, урахутян юх. Вместо унылого духа славная одежда. Такар хоку похарен, паравур патмучан. И тогда Библия и назовут их сильными. Я вечер меня касума, нерянско кочен уже гне. Насаждением Господа. А что там квацнеш? Кто эти сильные? Овен эти зоравурнеры. Те, которые раньше были в наркотиках. Нерянков кера раштамра мечотали мечей. Те, которые были в депрессии. Овкерен кчахти мечей. Те, которые были в страхе. Овкер вахи мечей. Он их освободил. На нерянца азатец. Потом искоренил и насадил Божье. Хето покет арматахил арец евдерец азто меч. И когда Иисус преобразилась. Евдерь пенаткянка вера пухвец. Сила проявилась. Зорутюна дарсе ворвец. А когда проявилась сила. Искер зорутюна дарсе ворвец. Тогда застроят пустыни вековые. А это жаманак, даравор, восстановят древние развалины. Тука каруцес. Возобновят города разоренные, остававшиеся в запущении с давних родов. Карак нерекашинес, ев. Значит, то, что с дальних родов не определяет, что это воля Божья. Но род его кто изъяснит? Бать нера. Серундовка бацатри. Твой род избранный. Ту контриальнери серундок. Твой род не будет определять твою судьбу. Ко серунда чи ворошелю ко. Бог выведет тебя из своего рода и поместящает тебя в свой род сыновства и царства Божьего на этой земле. Аствац анума кес ко серунди дзев днума ир серунди меч асто аркаюцан завак линеру. Эти люди возвещают чудный свет. Евайс мартик. Чудный это творящий. Рашали луис. Это то, что в силе Божьей. Айни чурасто зорутям меча. Бог, я верю, что ты через церковь изменишь ситуации вокруг нас. Поэтому, когда я Бога любив, все начинает это вылазить. Ты вдруг увидишь, что у тебя много наглости. Но пусть это не остановит твою жажду по Богу. Чем больше ты Бога любив, тем сильнее это будет выходить из тебя. И люди говорят, что из себя лезет. Я просто в процессе. Пусть лезет. Я хочу, чтобы Бог меня от этого освободил. Но я не буду его гладить в своей жизни. Чтобы иметь вид. Бог пусть вылазит. Начнешь взирать на славу. Полезет все. Но чем больше ты Бога любив, тем меньше ты нагл. Чем больше Бога любив,
чем сильнее дружелюбный, чем больше ты Бога любив, тем меньше сластолюбивый, чем больше Бога любив, тем меньше сребролюбивый. И я пророчествую, что сыны Божьи, они будут делать работу без корысти. И когда ты начинаешь в него взирать, знаете, что происходит? Как с апостолом Павлом. Я родился по плоти. Но Сын Божий открылся во мне в силе. Я родился по плоти. Но я хочу, чтобы Сын Божий открылся через меня в силе. Я родился по плоти. Но я не умру так. Я буду так с Ним. Чтобы этот народ и все творение, Чтобы освободить их. И когда проявляется сила Божья, смотри, в твоей жизни, если болезнь, у тебя тяжелое время. Тяжелое время, потому что ситуация больше, чем ты. Когда в твоем теле болезнь, тогда болезнь забрала все внимание. Когда твое внимание на проблеме, тогда проблема больше твоей жизни. И теперь эта проблема стала тяжелое время в твоей жизни. Как изменить это время? Надо, чтобы пришел Сын в силе Божьей и исцелил твое тело. И тогда изменится время. Почему тяжелое время? Потому что люди видят себя. И когда мы видим только себя, наставляется вопрос, а что для меня? А что для меня? А кто мне поможет? Церковь, время расти в Боге. Так коли все придем. В меру полного возраста Христова. Иисус Христос и Катарян Хасаки Чапова. Чтобы сказать, Бог, отныне я иду исполнить волю твою здесь на земле, как и на земле. Я не буду читать тексты. Я их буду жить внутри себя. И слово стало плотью. И начало обитать. Полное истинной благодати. И видели славу. Я вам свидетельствую, это происходит везде. Бог отделяет тебя Анджатума кес на себя и хамар.